Бахадыр Курбанов в Ташкенте провел переговоры с главнокомандующим вооруженных сил США генералом Джозефом Воттеллом. На встрече обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и поддержки региональной безопасности. Стороны высказались по поводу урегулирования ситуации в Афганистане и ликвидации международного терроризма. Напомню, что в мае прошлого года министр обороны Узбекистана встречался с генералом Воттеллом в США, а в январе этого года делегация министра наблюдала за ходом совместных учений «Южный удар» и провела встречу с руководством Центрального командования Соединенных Штатов.